Всем здорово, с вами Лёха, и сегодня мы поиграем 72 часа. Это первый старт, я еще не играл, только купил. Игра стоит 15 рублей. Но я думаю, не жалко будет за такую игру. Это всеми любимую нами. Ну, точнее, мне понравился такой жанр, поэтому я ее и купил. Жанр это текстовый квест, он с элементами хоррора. Итак, давайте играть. Читайте. И я буду нормально, они так пугают. Да. Конечно, ответы-то такие с сарказмом. Thank you.
Ну, пока она вышла, я скажу пару мнений. Ну, внешне игра очень красиво выглядит. Музыка классная, такие крики еще особенно. Вот эта подсветка луны, или это фонарь, я не знаю. Ну, выглядит очень прикольно. Алексей Глинков, по-моему, автор этой игры. Видно, старался. Я не жалею 15 рублей, это первое мое мнение. Четыре 96 номер. Короче, она вышла. Мы будем ждать ее. Я думаю, пока я это залью видео, если вас заинтересует, пишите, будем дальше проходить в нее.